Здравствуйте! Сегодня мы распакуем полновстраиваемую вытяжку бренда Kata. Давайте посмотрим на саму коробку. Коробка у нас такая большая, вытяжка, значит, у нас, походу, будет не маленькая. Модель бренд Kata, модель Harmonia 60X. Габаритные размеры коробки 685 мм на 395 мм и на 405 мм. Вес вытяжки без коробки 8 кг, в коробке 11,5 кг. Подключение к сети 220 вольт. Ну, давайте, собственно, посмотрим, как у нас сама вытяжка запакована и как она выглядит. Коробка у нас такой жесткий гофрокартон идет. Так, что мы сразу видим, что нам тут попадается? Какая-то металлическая деталь, даже две. Но про это мы вам расскажем отдельно, подробно в видео. В защитной пленке все. Так, сама вытяжка у нас сейчас переложена по краям пенопластом. Аккуратненько его бы достать. Или можем полностью достать вытяжку. Так, сейчас, секунду. По краям так хорошо она зафиксирована в коробке. Далее, что у нас есть внизу коробки, у нас идут основной выход 150 мм, переходник со 150 на 125 мм. Далее, обратите, какая инструкция хорошая, где все подробно расписано, что, куда, чего и как. И такая хорошая большая книжка. Это такой вот хороший плюс, что про данную модель очень подробно расписано по монтажу. И, соответственно, сам вкладыш с инструкцией. Так, далее. Вытяжка у нас находится еще дополнительно в полиэтиленовом пакете. Так, сейчас мы его снимем. Посмотрим на саму вытяжку. Так, секунду, у нас там, обратите внимание, есть даже стекло спереди откидное, вытяжка встроенная. Так, сам провод у нас спрятан, есть шнур с вилкой непосредственно внутри вытяжки. Больше внутри у нас там ничего нету. Вытяжка очень интересная уже, смотрится так необычно. Две лампочки Joule 10 спереди находится, управление по центру. Я так понимаю, что, возможно, может, эта модель будет крепиться, если есть логотип Kata, может, и как отдельно висящая. Хотя, скорее всего, нет, это встроенная, но нанесли логотип, если ящик открывается, для декора, потому что моторный отсек небольшой, у вас внутри ящика останется немного места для каких-то кухонных мелочей. Но уже про более подробный обзор данной модели мы вам расскажем в следующем видео.